Кугейская школа-интернат – учреждение особое. Здесь живут ребята, имеющие проблемы со здоровьем. Социальная адаптация дается им нелегко, поэтому так важна им поддержка взрослых. Вот уже 3 года Федеральный центр травматологии и ортопедии и эндопротезирования помогает воспитанникам и педагогам. Подготовка к будущей самостоятельной жизни – вот основная задача школы. Сейчас детей с ограниченными возможностями здоровья обучают как по дошкольной, так и по школьной программе. Мы планируем еще развить направление музыкальное, поскольку музыка гармонизирует внутреннюю духовность человека. И поэтому думаем, что этот проект тоже получит достаточно серьезное признание. Мы найдем специалистов, которые помогут нам с этим справиться, с этими трудностями. В день открытых дверей навестить воспитанников в интернат приехал главный врач федерального центра Николай Николаев. Приехал не с пустыми руками. По вашей просьбе мы с вами уже сотрудничаем 3 года. Хотим подарить этот холодильник для наших детей, которые воспитываются здесь у вас в школе. Вот недавно мы сейчас были буквально в фитобаре, посмотрели. Мне кажется, очень хорошая идея, поскольку это и для здоровья полезно, да, и вместе с тем это будет некая комната, где дети могут посидеть, обсудить какие-то свои вопросы. Скоро в этом холодильнике появятся всевозможные травяные сборы, и под руководством взрослых ребята сами начнут заваривать полезные чаи. А еще врачи-ортопеды помогают интернату оснащать кабинеты, закупают различные оборудования и столярные принадлежности. И на будущий год уже есть планы. В следующем году у детей появится хороший стадион, новый спортивный зал. Я думаю, что вот и дальше мы будем с ними работать для того, чтобы дети могли получать здесь хорошее образование, для того, чтобы они были в последующем социально адаптированы. Безусловно, очень важно, чтобы они здесь уже понимали, да, какую профессию в будущем хотят выбрать, и чтобы вот те таланты, которые есть у этих детей, они могли раскрыться. Юлия Важенина, Регина Кубайкина, Евгений Анисимов, Республика.